Это вот территория школы Октябрьской революции. Видите, сосны там вот. Они еще, им больше 60 лет. Если не 70. Больше самое. Все, тем не менее, вот они растут, там вот сама школа. Октябрьская революция. Ну, напротив здесь вот бывший. В принципе, сейчас тоже это военкомат. Сейчас называется департамент обороны. Многие отсюда в армию призывались, кто помнит. Ну и с этой стороны вот виден этот католический храм. На месте, помню, там была школа, спортивная школа была. Велошкола была, помню. Мальчиком ходил туда. Велоспортом занимался. Вот. Ну, давайте мы пройдем с вами. Кто учился, может быть, в школе. Там вот такие вот дубы тоже мощные стоят. Также сосны я уже показывал. Двойная ограда. Ну вот сама школа Октябрьской революции. Ограда немножко мешает, я повыше. Кто учился, вспомните. Так выглядит школа. Учащиеся это новое поколение. Ну вот так вот выглядит. Вот прогулялись до следующих съемок.